рассмотрим теперь игры с мячом в помещении. Берем обычный мяч, подбрасываем, другой рукой ловим. Значит, мы будем сейчас имитировать удары с правой стороны. Для этого мы можем подбрасывать мяч в разные стороны. Вперед, в бок, назад. Наша задача правой ногой делать шаг. Ловим, проводим колбу. Опять. В бок ловим, проводим. Назад. Еще раз. Я здесь должен выполнять движение ногой для того, чтобы ударить правой ногой. Это без ракетки. С ракеткой то же самое мы подбрасываем, ловим и просто проводим ракеткой к голове. Опять подбросили, поймали. Назад. Шаг. Удар. Теперь с левой стороны делаем шаг уже левой ногой в сторону, вперед, назад. Подбросил, ударил, подбросил, ударил. То же самое с ракеткой. Удар, удар, удар.